Пальто «Тампере» от бренда «Freya Collection». Его нам представит Микола Комендров. Главное предложение только сегодняшнего дня от звездного стилиста. Пальто «Тампера» – это у нас демисезонное пальто, которое весной, осенью и зимой является самым актуальным. Температурный режим от минус 15 до минус 20 градусов. Двойная стежка в лицевой стороны и двойная стежка подкладочной стороны. Оснащение капюшоном двумя рядами клепок для посадки и регуляции. Если вы поправились, вы можете сразу поменять конструкцию и расширить. И, конечно же, эластичный материал, который называется нейлон, обладающий высокой стойкостью на соприкосновение с водой. И, безусловно, конечно же, специализированные фабричные пропитки для того, чтобы материал долго носился и всегда оставлял красивый, блестящий вот такой сатиновый блеск. От 46 до 60 размера и несколько цветов на выбор. Вот это мне очень нравится. В магазин, когда приходишь, особенно за верхней одеждой, к сожалению, там максимум два цвета и все. У нас целая палитра. Каждый найдет для себя свой любимый оттенок. Синий цвет сейчас на ваших экранах. Темно-синий. Угу. Темно-синий оттенок. Также у нас есть красивый, изысканный вот такой вот оливковый цвет. Он хаки будет в заказе. Угу. Императрица для себя выбрала красивый вот... Вот так. Оп. Да. Вот такой вот бордовый цвет. Красивый жемчужный серый цвет. Главный цвет следующего года, 2021-го, по правилам Института цвета Pantone. Это у нас светло-синий цвет. У нас с вами да, и синий мы уже рассмотрели. Да. Давай еще раз прям покажем. Две палитры синего. Светло-синий и темно-синий. Итак, светло-синий, темно-синий, жемчужно-серый, хаки. И бордой. Бордовый цвет выбираю для себя я. Друзья, надеюсь, вы сейчас определились уже с цветом. Теперь давайте с размером. Сейчас выясним, как правильно выбрать размер от 46 до 60. Только на скидку просто взгляните. 41%. И это ваша экономия. Это самое выгодное предложение только одного дня. В ваших ближайших магазинах сейчас не действуют скидки на верхнюю одежду до минус 15 градусов. А у нас цена 3499 рублей. Цена действует только сегодня. Успейте заказать. Как размер выбрать, Микола? Мы выбираем с вами размер в размер, либо на размер больше, в зависимости от желания, как вы привыкли носить данное изделие. Если вам достаточно именно носить более легкие изделия даже зимой, можете взять размер в размер. Но я буду рекомендовать, наверное, так. Дамам до 50-го смело размер в размер. После 50-го возьмите на размерчик больше. Для корпулентных дам дополнительная свобода между телом и изделием еще больше усиливает теплообмен, потому что потливость увеличивается. Ну и, безусловно, за счет двойных вот этих клепок вы можете регулировать. Либо застегивать только на первой клепке, оставляя этот ряд свободным и расширяя пальто. Либо, наоборот, закрепляете полностью на две, тем самым он еще ближе прилегает к вашему телу. Слушай, как же это удобно. Иногда свитер... То есть здесь получается размер, в котором еще один размер добавлен. Ну, отлично. А тут всегда будет в пору это пальто. Поправились, похудели, свитер поддели или тоненькую блузу. То есть идеальное пальто, продуманное до мелочей. Смотри, вот я сегодня приехал, ты видел, в черном стеганом пальто. Я его уже ношу лет 12. Я его купила в Италии, оно стеганое, и вот каждый год я его достаю, и я понимаю, что я в тренде. Оно как новое, оно всегда на пике популярности. Сколько это будет продолжаться? Это продолжаться будет всю жизнь, пока, как говорится, существует такая стежка и ее удобство. Пожалуйста, в этом году бренды, такие как Max Mara, например, Tony Brache, Kio и многие другие, даже Christian Dior, который, кстати, и снова популяризировал именно такую мелкую каретную стежку, будет существовать. Что такое каретная стежка? Это мелкая стежка, напоминающая либо квадраты, либо в данном случае ромбы. Это не только делает образ ваш более ультрамодным, современным, не только не дает объема вашей фигуре, но и является главным преимуществом то, что держит хорошо фактуру утеплителя внутри. Утеплителю просто деваться некуда, он не может эмигрировать из изделия. Поэтому ему она хорошо носится, не стирается, а после стирки всегда выглядит как новая.
Класс, мне нравится, вот сейчас вот макроплан прям показывает, да, крупно-крупно, как выглядит стежка. И каждый стежочек, видите, все качественно, все идеально. И, кстати, ощущение себя, вот мне очень нравится в этом пальто, нет чувства тяжести. Как же это здорово, выйти на улицу, не замерзнуть и понимать, что тебе легко. Ты гуляешь часами, ты не замерзаешь, и тебе легко, нет ощущения, что на тебя что-то давит. Помнишь, в советское время все было тяжелое, да. Я имею в виду в плане верхней одежды. Иногда от работы до дома, вот мама моя идет, она уже устает. А еще и сумки, если из магазина, это ужас. Выбирайте для себя легкие, но теплые ощущения. Вместе с платьем обязательно забирайте пальто, ведь сегодня пальто является главным предложением только одного дня. Оно стоит 3499 рублей. Смотрите, оп, как я быстро еще расстегнула, видели? О, и платье сегодня тоже является главным предложением. Как твое платье совпадает с подкладом. Вот, видишь, как у меня все продумано. От бренда Frey Collection. Микол, вот все-таки давай сейчас с тобой поразмышляем, насколько будет актуально это пальто по температурному режиму сейчас, зимой. Несмотря на то, что стартовая температура здесь минус 15, это не значит, что он не подходит для зимы. Не все, а зима не во всех городах бывает слишком морозной, это раз. Во-вторых, корпулентные дамы часто зимой себе выбирают не теплые пуховики, а средние температуры, потому что часто потеют, и это очень неудобно и некомфортно. Ну и в-третьих, это, безусловно, расширяет его носибельность, потому что вы носите весной, осенью и зимой. Отличный капюшон здесь есть. Микола, вот ты сам помнишь, да, в прошлом году постоянно был снег мокрый. Вот под зонтиком хоть иди, да. Но с зонтом как-то зимой все подумают, что что-то у нас не в порядке с головой, да? А вот в данном случае, мне кажется, это прям заменитель зонтика зимой, правда? Да, это заменитель зонтика от наших ветров. Очень хорошо помогает, потому что он глубокий, достаточно закрывающий лицо в профиле, в козырек. И, безусловно, конечно же, легчайший у нас с вами пуховик, несмотря на его тепло. Изысканный сатиновый блеск, напоминающий дорогой атлас. Так, давайте еще раз по цветам пройдемся. 41% экономии, 3499 рублей. Цена действующая только сегодня. Это самая выгодная цена. Цвет хаки, цвет серый. Дальше у нас синий. Еще у нас есть темно-синий. И я выбираю для себя бордовый цвет. Демонстрирую вам вот этот вот глубокий капюшон. Макияж всегда будет в порядке, когда будет идти мокрый снег. Это действительно стоящее предложение, которое вы чаще всего и будете надевать. Звоните и заказывайте.